Всем привет, ребята! На момент съемки этого видео в моей стране идет война. Я больше не танцую со Степой, и я на неизвестно сколько зависла во Франции. Я очень долго готовилась к этому видео, именно с моральной точки зрения. 4 февраля перевернулась вся моя жизнь. Ну, как в принципе, я думаю, у всех украинцев. Мне удалось уехать с мамой. По-моему, на 9-й день войны. Чисто по случайности. У меня в Украине остался папа, брат, бабушка, родственники еще, друзья. Ну вот, вся жизнь у меня осталась в Украине. Я сейчас нахожусь во Франции, Марсель. Частично обустраиваюсь здесь. Я не знаю, насколько я здесь. Я здесь на неопределенный срок. Пока не закончится война, пока мы не победим, пока не закончится война, пока не станет мирно. Я только сейчас начинаю адаптироваться под теперешние реалии, которые у меня в жизни. Я пытаюсь помогать Украине, насколько могу. От себя я хожу на митинги, я стараюсь распространять полезную информацию, насколько это могу делать, но при этом я уже начинаю немного и вводить себя в свои там те же соцсети, немного все-таки осведомлять о своей жизни, потому что до этого я придерживалась позиции публичного молчания, то есть обо мне ноль, но скорее я вот все то, что сейчас делаю, это скорее делаю для друзей, для людей, которые вправду интересуются тем, что у меня происходит в жизни. Как бы я постоянно что-то снимаю, постоянно что-то фотографирую и просто начинаю этим делиться потихоньку, как раньше это делала. Просто в современных реалиях это дается намного сложнее. Ты понимаешь, что кому-то сейчас плохо, а ты сейчас там, не знаю, в хорошем состоянии, встретил новых друзей, это выставляешь. Опять же, всегда можно спорить и сказать всегда кому-то плохо. Что теперь, не быть счастливым, не жить? Но в данный момент это просто касается меня напрямую. Сейчас плохо всей моей стране. Сейчас плохо, ну вот, извините. Вот, просто вертолет летит. Остались эти приколы насчет громких звуков. Как бы до сих пор сидишь где-то на уроке, пролетает самолет и тебя просто передрягивает. На самом деле я всегда боялась тревог, всегда боялась войны всю жизнь. Ну, считайте, с 14-го года, как все началось, я, наверное, с того момента начала бояться. И вот до сих пор, как бы, просто сейчас мои страхи произошли, как бы перешли в реальность. Все, хватит болтовни. Я считаю, что надо было сделать это отступление в любом случае, потому что я не хочу, чтобы создавалось впечатление, что в стране все окей, потому что в стране все не окей, абсолютно не окей. Так что так, не хочу оставлять негласно. Сижу, ребятки, монтирую видео. В общем, сейчас ставлю несколько фрагментов с дня до 24, то есть 23 числа. Мы начали в колледже снимать влог. Блин, ну и у меня до сих пор он стоит на монтаже, типа в приложении, потому что я надеюсь, что я вернусь, и мы его доснимем. Ну, несколько фрагментов я вставлю. Вау, прям эстетик. Ты будешь танцевать? Ты не знаешь танец? Блин, ты чего? А то будет фиаско. Что это? Ой, а я какой-то как алкаш. У меня завтра день мытья головы. Боже, я думала, ты скажешь какой-то день. Ну, значит, блог сегодня вести будет Дарина. Анекдот. Выходите, да, можете снести в коридоре. Я не забороняю. Выходите. Я не забороняю. Я тоже хочу поесть. Что за фигня? Тумаковский соблазняет биолога. Учиться в колледже of Love – это гулять в парке на Большой перемене. Да. Ой, спалила мой номер, трешарик. Звоним, обязательно скидываемся на карточку. Ок. Жду.
Блин, надо диктовать карточку, пока не поздно. 098-044. Все, всем спасибо, пока. Ты так живешь в общаге, тут классный лес, воздух свежий. Да. Сима привел на море, ну, практически на пляж. Вон Дима, вон мама, вот я. Потом буду подтягиваться. Дима сказал, в случае чего вызывать экзорцистов. Ну вот так вот. Все, я пошла разогревать, буду делать 100 подтягиваний за минуту. Все. Всем привет, мы на горе. Бонжур. Ага. Бонжур. Бонжур. How can you say? Их залезница. Окей. Укрзалезница. 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 Здесь висят украинские флажки. Это мэрия Гордана. Шанель, you want something? No, you wouldn't eat it. Good. It's excellent. Perfecto. Only on this. Oui. Wow. Да мы сделали. Мы. Джуль. Это я так вижу, но оно, мне кажется, все серым. Хотя в жизни. Всем привет. Сегодня в программе идем в подвал. Главное никого не встретить. Иначе. Будет весело, особенно мы здесь, смотрите, как классно, да? Заходим теперь. Мусорный отдел. Опа. Желательно не захлопнуть случайно за собой дверь. Если захлопнем, останемся тут с мусором. Рыба. Рыба? Да. А, да, точно. Да, кстати, так вот мы слазим. Так вот. Спустишься? Да. Думаю, да. Так. Мы нашли биологическое оружие. Это французская курица. Ее еще не отправили в Украину на фронт. Но, в принципе, я так понимаю, еще чуть-чуть дозреть надо. Да, ушла. Ну, вот, пошла дозревать как раз. Все, всем спасибо. А, на улице дождь. Я приехала с остановки. Иду где-то вдоль трассы. А вон там какой-то дым. Может быть, это туман. Я не совсем уверена. Кстати, надо проверить, в ту ли я в всю сторону иду. Ну, вроде в ту. Надеюсь. Всем привет. Знаете, где? Да, я снова в подвале. Я буду каждый раз снимать влог из подвала. Ну все, выбросила груз 200. Можно идти домой. Назову этот влог мусорным влогом. Всем привет снова из подвала.
Боже, это вода, я так испугалась. Бонжур, мои господа. Груз 200 на базу. И уходим. Сейчас будем идти на улицу. А на улице, знаете, так ветрено. Просто трэш. Мы попали на митинг. Как бы мы не планировали этого, но так получилось. Короче, это митинг против вакцинации. Видите, или вообще в принципе вакцинация. Ну, мы такие пойдем вместе, такие на диван. Ну, мы тоже против вакцинации. Я правда вакцинирована, но не важно. Закрутыся. Это место. Не фанат, не фанат. Груз выброшен. Adesso. Да, ребята, это наш влог из Ялты. Там гнездо. Да. Ласточкино гнездо. Да. Смотрите, как похорошела Ялта при Зеленском. Ребята! Je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau. Une fleur, une femme dans ton cœur. Правой, левой, вместе. Правой, левой. Прошу обратить внимание на поверхность. Вы знаете, я у себя в Одессе жаловалась на паркет, а как бы сейчас вообще не жалуюсь. Ну сейчас реально элитный формат. Давайте все супер. Кики научу танцевать. Звучит интригующе. Да. Носишь ногу? Да. Сверху поднимаешься? Наверх. Ребят, я живу как бреду. Я реально не знаю, зачем жить. Ребят, зачем жить в таком мире, потому что люди у нас реально злые. Люди очень злые, но не все. Есть супер хорошие люди, добрые. Вот меня окружают добрые люди. Вот, они счастливы, они что делают, занимаются. А есть людям, которых сейчас плохо. У которых мало кто думает, и им никто не помогает. Но это не значит, что мы должны постоянно себя винить. Вот, мы в безопасности, им плохо. Нет, им плохо, окей. Всем бывает плохо. Мы можем как-то помочь, мы помогаем. Если не можем, то... В общем, ребят, виной всему те люди, которые делают плохо другим людям. И все. Поэтому все будет хорошо. И вот Давид, кстати, уже научился танцевать. Как вам? Опа. Полетели. Все у нас будет хорошо. Главное верить в силу Вселенной, верить в себя, и все будет реально хорошо. Их можете не слушать, слушайте только меня. 20 евро. Почти, 45 минут. Почти кандидат в мастера спорта. Е-е-е. Да. 10 из 10, 20 из 20. Молодцы, брависсимо! У-у-у! Не умею свистеть. Так, отключаем видео. Наше тело управляется сознанием. Оно способно изменить наш грамм, который осуществит вашу мечту. Вы слышите, уже произошло в вашей жизни. Окей. Прочувствуйте. Проживаем, так, ребят, проживаем. Я так чувствую, это полено. Запрограммируйте свое сознание на стройность. Но мы в школе учили программирование. И красоту. Любите себя, и вы будете любить весь этот мир. Ребят, я вам желаю полюбить себя по-настоящему, любить этот мир, любить эту жизнь, любить Давида. Я допускаю в свой организм лишь то, что полезно. Стройность
И я выпускаю из своего организма только то, что не полезно. У меня все получается. Выдыхаем. С каждым выдохом у нас минус 1 килограмм. Жизнь наполнится моя пища. Он реально худеет. Это уже молитва какая-то. Он реально худеет. Да. Остановись, ребята. Он реально худеет. Остановите съемку, ребята. Это ненормально. Можно мне клей? Ребеночка, заклей. Я тоже так хотела сказать. Блин, это шутка, еще не знаю, я ее так не знала, походу. Все, нарисовала. Дайте мне желтый, пожалуйста. Актерские мастерства. Желтый можно уже или нельзя? Кисточку надо помыть. Ага, да. Ой. Але ми дякуємо Франції. Дякуємо Франції! Дякуємо Франції! Де наш фірмі? Самий малесі. Ви нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки.